Доброе утро, Архипосьповка. Доброе утро, YouTube. И доброе утро, все мои друзья, подписчики моего канала. Мы вот с утра, сейчас вот 6:30 утра, мы гуляем с Вакухой. Сейчас я ее отвезу до бабушки, то есть до моей матери. Вот, она с ней побудет, не знаю, недельки полторы. Если я завтра не вернусь, если меня повозят в больницу, значит, конечно, очень печально, что так вот, знаете, привыкает и она ко мне, и я к ней. Вот. Так, сейчас я посветлее сделаю, вроде как. Будет скучать, я понимаю, очень сильно. Сейчас гуляем, ждем машину. Все-таки надо поменьше сделать. Да, ну так темнее немножко, но зато стабилизация есть. И сейчас выезжаем в Краснодар. Пойдем, Лаки, пойдем. Мороженка сегодня. До мороженого сегодня не дошли, до магазина. Ну вы в курсе, да, что она мороженое любит? И в магазин тащит меня, чтобы я купил мороженка. Вот. Ну, что могу сказать, друзья? Ждите, я вернусь. Я с любимой Архипки никуда не уеду. Не брошу ее никогда. Говорят, никогда не говори никогда. Жемчужина. Дождик у нас сегодня прошел, видите? Дождик идет. Но сейчас уже успокоился, угомонился, так сказать. Температура, кстати, воздуха. Друзья, я на море не иду сейчас, темно, там не видно нифига. Вот, значит, температура воздуха где-то в районе 10 градусов, тепла 10 градусов. Ветер отсутствует. Вот. У меня кроме Лаки дома еще черепаха. Как ее назвать, я так и не назвал ее. Вот она живет уже третий год. Уже здоровая лошадь такая стала. Я никак не могу назвать. Настя была летом, называла Черри. А почему Черри? Черепаха, может быть. Черепаха. Черри. Черри переводится вишня, да? С английского языка. Имя-то вроде нормальное, но не знаю, она девочка или мальчик. Я не разбираюсь, не рассматривал там ее ВПО. Вот поэтому, как говорится, ну черепаха и черепаха. Накормил ее с утра. Вот, видите, в магазин перетянула меня. Лаки, он закрыт. Дружочек. Магазин закрыт, не работает. Тут мороженка, я понимаю. Какая-то машина катается. Лаки, пойдем, тут закрыто. Она знает, что в магазине есть мороженое, что я покупаю, и ей добрая половина достается. Ладно, друзья, всем счастливо. Ждите меня, вернусь. И до скорых встреч.